сборы с утра. С нами едет кошка. Причем кошка совсем не рада. Сидит, ругается в переноске. Доброе утро, мои дорогие. Поздновато, да, расцветает в Питере. В Крыму пораньше. На час, наверное, на целый. Спасибо. Ну что, мы выехали. Пока едем по Окружной. Ночью шел снег, но погода плюсовая, поэтому дорога грязнющая, мокрая. Так, снежочек немножко. Снежочек беленький. Ну, как без Макдональдса-то? Видите, как заказывать. Тебя чего? Нет, латте большой. Я буду фри, получается, пирожок и чизбургер. А второй комбо с обычным чизбургером? Обычным чизбургером не может быть. А только с двойным, да? Давайте тоже с двойным, тогда второй. А также с большим латте и пирожок вишневый? Да. Вишневый. А вам? Картошку. И большую картошку фри с сырным соусом. Еще понятно. Точно? Да. Угу. Вот видите, заплатил, все в окошечко, и все, сейчас нам выдадут и поедем дальше. Вот. Спасибо. Там заплатил, тут выдали. Громадный Леруа Мерлен. Ой, давно не была я в таком магазине, много лет уже. Саша, а у вас там нет где-нибудь неподалеку такого магазина? Леруа? Да. Есть. Где? Получается, Пушдуков? Да? А, у нас там, дома или да. в Москве? Нет, ну, дома где-нибудь недалеко. Машины пропали. Все остались в пригороде. А так вон только одни фуры ездят. Остальные все дома сидят. Ну вот, 2 часа проехали. Остановились на заправке. Сейчас еду, и приходит мне мысль в голову. В Москве же есть Севастополь. Бывшая гостиница. Я сколько лет хотела туда съездить. Вот только надо приеду посмотреть, как работает. Там и бусины, и фурнитура, всякое дело. Данька за энергетиком ходил. Лужи, слякоть. Река Волхов. Мы проехали отворотку на Великий Новгород. Кошка мяукает, ругается, не хочет. Ну вот, мы практически доехали до Валдая. Вот заехали попить кофейку, в туалет сходить. Девчонки, не снимаю деревни по дороге.
Я не могу, я сама на них смотреть не могу. У меня прям депрессия. Вот эти обвалившиеся дома, забитые, разваленные. Ужасно. Так мало поселков живых, чтобы дома были хорошие. Ну, очень мало вообще. Тут прям, ой, не могу, мне прям грустно от этого. Вымирают деревни. Ну вот, время 4 часа, уже темнеет. Мы только полдороги проехали. Кошка там плачет, то ли в туалет хочет, остановились. То ли поесть. Плохо переносит дорогу, трясется вся. Кричит. Да, праздники. Машин немного. Вообще мало. Тихо. Ветра нет практически. Ёлки вон какие. Сейчас поедем дальше. Ой, какой я не вижу. Решили съехать на платную дорогу. Она освещенная. Что-то у нас плохо. Лампочки в фарах светят. Ой. Грязная дорога и машина вся грязная. Сыро. Эти фуры. Все из-под них летит на тебя. Кукушка. Мяу. Ну, вроде немножко успокоилась, а то вообще. Так, ну кто еще не видел платных дорог? Через 500 метров к съезду. Верните направо, а затем поверните направо. Не достаешь? Чуть-чуть не дотягиваю. Чуть-чуть. А зачем этот билет? Оплатить когда? На выезде. А, тут так. Он работает так, что ты заезжаешь, он отмечает на билете место, где ты заехал. И при выезде, когда ты билет засовываешь в автомат, он просчитывает, сколько ты проехал, сколько ты должен заплатить. Вот ты какие. Не, а в Крым-то вот эта дорога, так там сразу платишь. Видимо, за участок, наверное, да? Скорее всего, да, бывает такое, как на ЗСД. Въезжаешь на участок, сразу же платишь. Зачем? И за границей, вот в Греции, ему тоже так же сразу платишь. Съезд, поверните направо, а затем поверните направо. В Греции много платных дорог. Так, ну ладно. Поедем по освещенной. 51. Ну вот, другое дело. Тут ограничение до 130 километров. И освещено все. Не сесть не хочу, называется. Так, ну вот. Пришел час расплаты. Так. Сколько? 70 рублей. 170 рублей. А сколько за километров? 50 километров. 50 километров. А тут снег шел.
Ой, тут прям снег шел. Но погода плюсовая. И вон что творится. Каша. Туман какой-то прям. Так, нате ж. Так, это что у меня? На, Санька. А верните нам эти. Какая-то приличная деревня. Мало домов таких. А то прям проезжаешь, и вот эти упавшие дома. Прям не могу. Так много. Так, опять платная дорога. Ну что, осталось 40 километров до Москвы. Ладно, мы ехали-ехали и, наконец, доехали. Ну, ладно. А дальше это будет уже совсем другая история. Пока-пока, мои дорогие.